Всем привет, друзья! Вы на канале Экспервит. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в игру Mad Heroes. Если кто не в курсе, я когда-то уже снимал обзор на эту игру. Я помню, она мне даже понравилась. Чисто случайно наткнулся на нее снова в Play Market и решил в нее поиграть, заодно посмотреть, что здесь изменилось. Я вижу, что здесь как минимум стало меньше персонажей. Ну, эта троица так и осталась открыта. Я не помню, я их сам открыл или они уже изначально открыты. Если кто в курсе, напишите мне об этом в комментарии. Ну, остальные чуваки, я вижу, они открываются за донат, ну, или же мы их где-то должны выбить, я не знаю. Здесь Король Ночи, я помню еще с Игры Престолов, я помню еще даже, по-моему, акцентировал внимание на этом персонаже. Ладно, ребят, давайте пойдем поиграем тогда за этих троих персонажей, но если вдруг вам понравится эта игра, то напишите мне в комментарии, стоит ли мне вообще снимать про нее продолжение и вообще интересна ли она вам. Так, 5 плеерс, 12 плеерс, окей. Получается, мы сейчас просто берем и ждем, пока мисс противники появятся или тиммейты. Я не знаю, мы будем против друг друга, наверное, воевать или как? Слушайте, ну было бы интересно, если были бы мы чисто каждый сам за себя. Ну, возможно, так даже и будет. Да, ребят, походу здесь каждый сам за себя. Ой, что ты как-то странно бегаешь, слушай. Так, а это все надо собирать и текать. Ай! Так, я понял, ребят, здесь, короче, играет каждый сам за себя. А, мы погибли и сразу возродились. Нет, моя звездочка. Блин. Получается, когда мы убиваем, мы подбираем эти звезды, короче, становятся наши. Кто больше собрал звезд, тот, короче, здесь и победил. Так, давайте я вызову дрона. У каждого, ребят, персонажа, если кто не в курсе, есть свой... блин, убили. Не успел я до аптечки добраться. У каждого персонажа есть свое умение, типа. Ну, какой-то вспомогательный, то ли дрон, то ли танк, то ли еще что-то. Так, где вы? Ой, я тебя вижу. Убил. А как мне к тебе... О, дрон твой убивает меня. Сбежал. Так, а где не... А, вижу. Слушайте, давайте... Слушайте, ну прикольно. Пока мисс один убивает другого, можно убить тебя, например. Я воспользовался аптечкой. Отстань, вызвал дрона. Я надеюсь, я тебя сейчас убью. Блин, ну, по-моему, раньше как-то было поэпичнее. Я не знаю, но раньше я, по-моему, сражался, мы тут были один на один. Так, есть контакт. Так, тут никого. Так, где ты есть? Спину бьешь. Слушайте, я очень сильно, по-моему, мне кажется, мимо бью. О, он даже курочек сделал, да? Ой, я тебя добью. Так, воспользуюсь аптечкой. Ой, у нас щит есть, ребят. Умение. Я не обратил внимания сразу. Ну, давай. Нет, аптечка. Есть, добил. Так, давайте я включу щит для того, чтобы хотя бы как минимум аптечку подобрать. А то по мне там стреляют, типа... Ой, как ты вовремя выскочил, а? Щит. Убил. Да блин, я хочу звезду да подобрать, отстань от меня. Так, сейчас, короче, меня с двух сторон будут рубить. Мне срочно нужна аптечка. Понятно. Слушайте, ну, пока мисс я вроде как веду, но я думаю, это ненадолго, потому что отрыв от второго места не очень-то и большой. Опа-ни. Так, по-моему, я его убил, да? О, блин, не бейте меня, не бейте. Так, я вызвал дрона. Почему мой дрон мне не помогает? Я тоже могу кувырки делать. Разворачивайся. Все, я победил. Да, я победил. Так, ну... О, мне нового персонажа дали. О, давайте за него тогда сейчас и поиграем. А что он умеет? Это типа щит или что он ставит? Давайте 12 плеерс пойдем. Слушайте, ну смотрите, персонажи набирает очень быстро, значит онлайн здесь все-таки есть. И онлайн хороший. Так, мы, короче, в каком-то городе будем. Да, он, походу, щит ставит. О, по мне стреляют, чё? Так, а чё я подобрал?
А, мы тут что-то подбирать должны или что? Один и все стреляются. Я не совсем понял. Блин, они так чудно бегают. Так, я понял, надо эти ящики, наверное, валить и заодно собирать эти звезды. Да где вы стреляетесь? А, я понял. Короче, это дополнительно. То есть для того, чтобы что-то подобрать, надо сперва еще уничтожить ящики или... А, вот они. Короче, я одни трупы нахожу. Большая локация. Блин, 12 человек на локации. И хрен кого увидишь. Щит. А, я могу в барьере там находиться, да? То есть мы, получается, просто ставим барьер и просто в него заходим. Тогда нас не могут убить. Слушайте, ну прикольно вообще хрень, но я думал, оно будет двигаться вместе с нами. Убил. А, здесь, короче, есть 12 игроков и до последнего выжившего. То есть ты умереть можешь только один раз, ну я затащил. То есть пока миссия бегал, они сами себя убивали. Так, давайте, наверное, за деваху теперь пойдем поиграем. Ну, я так понимаю, она типа может ускоряться. Ну, давайте там, где 5, пойдем. Тут, кстати, есть еще режим 1 на 1. Просто дальше продолжаешь, нажимаешь батл и все. Одни девахи. Видимо, всем нравится этот персонаж. Ускорение. Ну, если оно нам чем-то поможет. О-о-о-о, ненавижу, когда мне в спину бьют. Ха, тебя убили. А я звездочку подобрал. Да блин, чего вы вечно все в спину мне бьете? Где вы есть? Блин, раньше времени аптечкой воспользовался. Да иди отсюда. Аптечка мигает, но блин, я не всегда обращаю на это внимание. Так, ускоряемся. Да ёб твою. О, звездочка. Не, чё-то мне не нравится эта деваха. Ну, хотя бы звезды пособираю. Да ты задрали, блин, они вечно мне в спину бьют. Не хочу, я хочу до аптечки. А вот теперь можно и попрыгать. Так, ну этот килл мой. Ой, и это я возьму. Блин, зря я воспользовался сейчас аптечкой, наверное. А куда он делся? Он, наверное, куда-то... Ага, вижу. Ты чё от меня текаешь? О-о-о, убил. Надо залетать. И текать. А, хотя не, у меня, в принципе, нормально хп. Я вообще могу еще щит включить. Где она есть? О, я сразу двоих могу завалить. Да блин. Вечно они с боков меня стреляют. Или сверху. А, вон, вижу. Ну, пока я сиду на втором месте. Слушайте, ну да я четко, я появился именно сразу. Ну, блин, как-то они странно бегают, мне это немножко не нравится. Можно было как-то это, ну, рисовку более лучше сделать. Блин, хотел щит нажать и не туда нажал. Так. Ага, не тут-то было, да? Да я тебя тоже могу убить. Ну, я уже вырвался, в принципе, вперед. Я вырвался, кстати, нормально, в принципе, вперед. Где? Так, развалил. Или... А, не развалил. А теперь развалил. И все равно занял первое место. Вообще, какая-то странная катка была, потому что... Ну, я думал, что мне ни хрена не получится. Так, а за кого я еще не играл? За него я играл в самом начале. А, за этого чувака я, по-моему, еще не играл.
А, не, я за него играл, стоять. Но мне, в принципе, больше всех понравился. Давайте, наверное, а ну что, здесь могу сделать? А, ну типа могу улучшить. Ладно, не буду этого всего делать. Давайте опять. О, здесь обилие персонажа мне больше нравится. Тут там один девахи бегали. Вообще было неинтересно. Я тут не могу. Меня уже бьют, тихо. Почему они меня видят постоянно первым? Ага, ага, ага. Мне почему-то казалось, что я в эту игру в прошлый раз как-то получше играл. Хотя, в принципе, учитывая то, что я, ну, первые места вроде как занимаю, да? Все равно как-то выкручиваюсь, как ни крути. Так, там кто-то есть, и он пытается сейчас, наверное, и по мне попасть. Так, вот, вижу. Так, слушайте, ну неплохо. Просто бегаю и собираю, не знаю. Аптечка. Воспользовался. Ой-ой-ой, а, тихо-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 тихо. Я спрятался, Блин. Так, сзади ж никого. Так, вызываю воздушную артиллерию, и она мне не помогла. У-у-у-у. Мне прям нравится, слушайте, появился сразу 2 килла. И звездочки я подберу, конечно же. Блин, ну забавная игруха на самом деле. Вот один минус, вот как-то странно человечки бегают. Ну ладно, еще когда ты за него бегаешь, еще хрен с ним. Но когда ты видишь, как другие бегают, ну как-то это все очень странно выглядит. Ну, перекаты прикольная штука. Эй, я нажал. Так, мне надо аптека. Попал, попал, попал. Так, а вон и моя аптека. Кстати, могу переключаться. Я только сейчас это увидел. Блин, меня убили. Но автомат, походу, слабее бьет. Очень много у меня мимо летит. Еп. И-и-и. О, тут аптечка. Так, ладно, вызову дрон, пусть он меня охраняет. Ах ты падла. Ладно, ребят, на этом буду видео заканчивать. Если вдруг вам понравилась игра, то обязательно напишите мне об этом в комментарии. И, возможно, я буду снимать по этой игре продолжение. Но вы были на канале Xperavid. Не забываем за лайк, подписку, все дела. Всем спасибо и пока-пока.